Всем привет! Мы прибыли на остров Идреня или Гайдорониса, Ослиные острова. Нам очень рекомендовали, сейчас ждем, дети подъедут. Из Уранополя уходит лодка, а вот она обратно возвращается. Катер за 5 евро туда-обратно на человека. Место, конечно, очень красивое. Ветер, правда, сильный. Вот будем купаться здесь. Пляж песчаный, вход тоже песчаный, красота. Есть бич-бар, есть даже какая-то таверна наверху, вроде как. Время час дня, повеселее стало. Вообще в субботу днем здесь всегда было огромное количество народа. Сейчас тоже относится к этим Гайдоронисам, Украине. Там частный пляж. Вроде бы его арендует отель Eagles Palace и привозит туда своих клиентов. Мне так кажется, здесь лучше. Здесь мы делим есть. Обратно в Уранополь.